какой ты хочешь это остроты. Угу. Готовим алиоли, сальса, соус. А ты записываешь? Да, я записываю. То есть делаем мы чеснок и яичко. И яичко с белком и желтком. Но Эдуарду сказал, что как бы какой вам нужно остроты, столько и добавлять чеснока. Сколько? Я думаю, что 5-6. Сахар почистил полголовки чеснока, 6 зубчиков где-то. А, ну вот 5-6, я так и сказала. Одно яйцо теплое. Теплое заранее яичко. Заранее вытащили его. Угу. Вчера я его. Да. Яура. Кешемуш. Немножко соли. Немножко посолить. Так. Так. И взбиваем. Aceite. Y aceite, aceite está aquí. Oliva. Sí. Aceite de oliva. Oliva de masla. Aceite poco a poco. ¿Cuánto me tomo valió? ¿Cuánto? То есть мы заливаем, смотри, уже полностью залилось то, что уже там внизу лежит, да, на донышке. И еще льем. Где-то 2 сантиметра уже налито оливкового масла. Так. Далее. Обогащу. Обогал кожу. Так, и взбиваем. Взбиваем. Что там? Яичко, соль, чеснок и оливковое масло. Еще добавляет Эдуардо масло. Учимся. Вот Дина, видишь, ему очки принесла. Не принесла, они у него висят. А, они у него висят, а он говорит, найди мне их, да? Он хороший парень, молодец. Я обещаю, я когда-нибудь научусь. Пол лимона надо. Масло оливковое. Если очень густо, то масло добавляем. И Эдуарду заказал еще пол лимона. Дина несет пол лимона. Опа. Вот они, пол лимона. Сок пол лимона выливаем. Эдуардо спрашивает, четверть лимона или половина? Дина говорит, половина. Сок с половины лимона. Quanto viene? Quanto hago? Дина? Así o más? Un poquito más. Что, еще добавить? Нет, косточка попала, лимонная, сейчас еще. Ухожу на гусяра. Ой, думаю, что мне косточка ты мать. Ой, немножечко, пожалуйста, косточка попала, лимонная. Давай.
Ahora. Eduardo. Очень чесночный, кисленький. Хочешь попробовать? На, Дина, пробуй быстро, пока я здесь ковыряюсь. На палец, на палец, на палец, на палец. Да выключилось все. Злобный, да? Ну, если поменьше чеснока, если два зубчика, вообще в магазине там, я так думаю, что они, наверное, два зубчика кладут. Они, да? Чисто для запаха кладут. Да, даже без чеснока практически. Но он прям такой ядреный. Пойдем, может. Сейчас Эдик закончит. Какой консистенции он должен быть? Консистенции. Консистенции. Майонеза, сметаны, как хочешь. И чем больше взбиваешь, тем больше он плотнее становится. Тем плотнее он становится. Угу. Сейчас я скажу. Главное мне это сказать.